Слушай как следует. Если ты победишь здесь, то вернешься на поле боя. Но если разберись с противником или захвати цель. Режим добыча. Правила очень просты. Команды сражаются за то, чтобы первыми собрать максимум денег. Деньги можно добывать разными способами. Самый надежный способ — поиск и ограбление ящиков снабжения, расположенных в зданиях по всей карте. Контракты — это необязательные задания, разбросанные по карте. Ищите желтые значки контрактов, следуйте инструкциям и получайте вознаграждение.
умирая, игроки оставляют деньги. Охота на игроков с крупными суммами денег – опасная, но прибыльная стратегия. Особо важные цели отдельно отмечаются на карте. Когда вы умрете, вы тоже потеряете свои деньги. Вы можете защитить деньги на вертолетных площадках. На площадке вызовите вертолет и набейте его деньгами. Воздушные шары для внесения денег – быстрый способ отправить наличные на базу. Они встречаются в ящиках снабжения и могут быть куплены на станциях покупки. Это основа режима добычи. А теперь вперед, за работу! Ждем начала боя. Разомнитесь пока. Разминка окончена. Ждите отправки в Warzone. Высаживается в районе операции.
Я за рулем. Ah!